Всем доброго утра. С вами ваш великолепный очнопушить с нуля красотуля. Да у меня горлышко заболело. Я проснулся, дышать не могу, короче, все. Газировка холодная. Либо мороженка съел. Дина, давай. Давай кушать. Кушать здесь супчик. Я варил, налил упаковки этого. Я кепку одел, не вижу, что снимаю. Я так сориентируюсь. Ниночка, давай, кушай. Кушай давай. Ешь давай. Ешь давай. А дождь идет, да? Ну что? Кошки жрать. Чудо, твое. Твою. Ешь давай, пока дочь моя забила. Кошки жрать. О, она одна команду знает. Ешь давай. Там и курочки. Кошки жрать. Одна мышка идет. Мышка. Дочь идет, и ты идешь. Ну ничего не сахарное. Миша. Мышарик. Мусик. Тошик. Давай я тебе половинку дам. Слышь? Миша. Ешь давай. Кушай. Мы не сахарное не растаем. Да? Так, остальное надо занести. Пойдемте посмотрим огород. Как же хорошо, когда дождик. Я люблю жару. Мама топает. Что? Две штуки давала? Пойдемте набирать. Так, Дина кушает. Динка кушает. Пусть кушает. А дождь идет. Дождь идет, по щекам мне бьет, опухший очень, иду к картошке. Ну и квасу никто не нальет, картошка начала свести уже. Вот. Я обзор не делал, 2 дня получается. Вы соскучились по огородику? У нас тут вечное цветение. Цветут. Топ. Топ кепочка. Вообще вам что-нибудь видно? Так, что-нибудь видно. Помидоры какие размаслались. Выше палок уже. Палочки. Выше палок. Так. Смотрите. О, мама редиски нарвала. Сейчас будем что-нибудь готовить. Редиска домашняя. Морковка уже. А я со зрителями. Я говорю, морковка растет, дождь идет. Редиска. Надо съедать ее. А, как хорошо. Так, огурчики эти. Да пойдет она. Она уже. О. У меня тут еще с полупакетиком стоит. Пусть мама, в общем, делает. Ну, пока пойдемте домой. Дергает редиску. У меня рука устает. Ой, опять все сваливается. А? Давай, мам. Все, побежали домой. Домой. Да что такое? Кепка спадает. Все, дочь разгрелся. До дома, до хаты.
мама. Там яйца купила уже, зашла. Ты ешь? Кушай давай. И Дина тоже доедает. Буся, Буська сидит. А что ты не пришел? Буся, ладно, дома дам, короче. Ну вот, смотри. Все, кепка улетела. Домой, домой, деревня. Короче, все, домой, деревня. Еще фотоаппарат не хватало промочить. В общем, я сейчас делаю салат, покажу. А вы будете жарить вон те рожки с луком и котлетки. Все. Так, я хочу сделать салат. Здравствуйте, во-первых, дорогие мои. Это, у меня там яйца варятся. Вот я свою эту редисочку уже второй раз ее вот ее повыдирала. Там последним мы там Игорь намельчил, только много часто натеял ее. И, короче, у меня будут яйца отварные, наша вот эта вот редисочка, листья салата там еще мне вчера. И вот хочу вот эту черемшу. Видите, там у меня еще целых два пучка здоровых. В общем, я буду это водиться с ней. Ой-ой, надо сделать. Сейчас почищу, помою салат это, а потом уже буду. Ну, Васильич открыл. Выходи. О, видите. А вас побывали? Так я не знаю, кто мышку. Где они мышку-то взяли? А он опять выпал. Я не знаю, кто или Бутя, или мыша принесла опять мышку. Так вот надо было забрать мышку-то. Не надо им давать живую мышку, чтобы они ели. А тут уцепился и давая, ну, Васильич, как... Часов пять. Как словом, так и делом открыл мышка. Там это... Ну, они туда набежали. И пошла вдоль дома. Все. Выпустил ее. Он что, уже руки вы какие. А если всю черемшу, я буду ходить вот такими руками. Царство ушел один хвостом виляя. А? И мыша здесь. Да, о. Что, набегали там? А, не то. Иди кушай, иди кушай. Что с ней еще будем делать? Да ничего, я ее почищу, помою. Мелко буду крошить сахара. Ой, солью пересыпать этой вот затолочной. Маленько ее чуть-чуть примну. А в баночки складывать буду это. Уже ее маленькая эта кушка это. Приминать и все. Че, садись. Игорь, надо две баллы. Мне не упали оттуда, я не знаю, кто там, может, опять кошки. Доброе утро, Владимир. Ну и что, две банки, одна 800 граммовая хорошая баночка. Придется доставать внизу и мыть их. Доставать. Сами по себе. Потому что там две баночки мне не хватит. Барабашка игра. Ну, барабашка, который бородатый, называется... Василича, ты зачем им открыл там? Я не знаю, эта мышка зачем. Надо было забрать эту мышку. Мы и так не даем, чтобы. Ну, поиграли бы, а их нельзя. Мало ли, что какие мышки. Может, это... А она никак, мышка, туда не упадет. Боба. Если пока не откроешь дверь. А, закрыть все щели, как она упадет. Ну, конечно, Боба. Ну, еще одна барабашка тут забегает. Там две барабашки бегают, а одна... Одна не бегает, она одна ползает. Линолеум проваливается. Вот, да где он линолеум? Да успокойся, Куба, мы сейчас знаем. Ну, взял, открыл. Тот угол, тот угол. Да мышка туда никак не провалится. Да не провалится она, мышка, Куба. Меньше мышка, не успокойся, мы знаем прекрасно. Что оправдываешь? Скажи, да, я открыл. Нет. Ну, в общем, вот такая работа. Будет гореть у нее. Еще в магазин второй раз надо двигать, потому что вообще у нас там все поиспортилось. Ни молока, ни хлеба никакого вообще нет. Ни овощей, ни фруктов, ничего. Не дымить нету. И хлеб стали обычно в это время уже такое-такое темное, это в обед. И молока нету. Тут
поставок просто нет, и все от поставщиков. Да я не знаю, что-то. Говорит, я вчера заказала, да мне надо было помидорки. Ну, помидорки, конечно, нормальные, штуки 2-3. И огурчик еще. Да город пищится, что ехать, знаете, за огурцами и за помидорами как-то деньги тратить на такси, настроения нет. Пока у нас что-то есть, мы будем готовить, но... А молоко, Васильевич говорит, там в пакете, оно кислит. Кислит? Да. Ну, вон. А. Чего кислинка пошла? Там надо еще целый литр этого кефира, и там коробочки надо. По многу не надо брать, а то упираемся это. Допиваю, что ты. Так, пьем сегодня мы сахара, пьем мы вон эту мочегонку, бромгексин пьем, антибиотик, что там у тебя еще? А давление? У тебя давление нормальное, не надо. Так, а в обед надо будет кардием огни, вон, и вироспирон. А вечером давление, ловить-то на давление. Не называйте эти названия. А это вот я не знаю, и остальные там, смотри, когда у тебя, я тебе все уже расписала, когда утром, обед и вечером. А листочки? Да, вон он листочек, там все расписано, когда и что пить. Пей только и все. Даже коробочки это резиночками уже перетянула. Короче, там я это в баночку это выложила, а это вот такое, что это, остатки пить надо, да, там еще 5 лимонов надо куда-то их набрал, этого, этих лимонов. Там лимоны мне, у меня до любые еще. 5 лимонов, это мне надо завтра еще пирог испечь. Вот 2 лимона возьму, 3 лимона останется. Ну, я хочу завтра это... Сегодня вот это хочу это. В общем, будете, я сейчас салат делаю, а вы котлетки там поджарите. И вот эти вот рожки, которые я купила, их с луком хочу. С репчатым. Прямо. Вот как делаем? Обжариваем лук и это. И будут у нас сегодня кушать. А то мне вот эту. И достанешь мне 2 банки. Помыть их надо. Вот это вот. Счастье это. Полдня буду варить с этим чем. Ну, куда девать? Делаем просто. Макарошки на сковороде? Да, на той большой крышкой, которая сковорода там. Ну, как обычно, луком жаришь, а потом это... Мне кажется, вкуснее всегда. О, какие темна уже. Ну, она вот тут-то. Но она вроде бы это, я ее мелко буду это... Чё ты эти самые листочки-то? А листочки я оставляю, какие плохие... Ты не булькай! Да. Вот когда будешь сам делать, тогда это я тебе оставляю, не надо все листочки. Надо все. Я, которые вот у меня мягкие, мятые, я их выкидываю. Зачем я их буду эту ерунду это? Тебе что, листочков не хватит, что ли? А-а-а. Не надо. А-а-а. Сегодня с утра меня это. А то я уже сбегала в этот. А там ничего нет. Я уже заведенная. Вот до чехушки не добежала. Заведи. Мочи. Добежишь. Я вот это, конечно, которая вот как это, как тряпка. Зачем она мне нужна, тряпка эта? Она скрошится, не видно тряпка. Ты тряпка. Успокойся. Ты будешь... Вот когда будешь сам делать, нет. Тогда я тебе отдельно дам, будешь чистить и себе баночку будешь крошить. Вот тогда это. А я не хочу вот это вот. Хватит вот это вот, то, что есть. Вон красивый. Понятно? Красивый. Я ясно выразилась? Вот давай лучше таблетки пей. Красивый. Будешь сидеть и думать. Я вот думаю, хватит на салат этого или еще? Еще маленько принеси тогда. Что-то... Да. Василий говорит, хватит. Кажется, хватит. На салатик. Да, я сейчас чищу это, чтобы салатик сделать. Там еще. Яйца отвариваются. А? Яйца, говорю, отвариваются. Ну вот оттуда еще принести тогда, еще маленькую курточку. Я почищу, помою это. Пока мне там это.
покрашу редисочку. Там еще это листики эти надо, они каждый день теперь будут. Ох, расти, тянуться. Так что надо съедать. Собирать их прямо кушать. Ну я думаю, их хватит. Да? Ну? Я думаю, на салат поесть хватит. Ну, если ладно. Сейчас салатик кушать. Редиска. Ну хватит, да. Яйца, да. Ладно. Хватит. Потому что это скрошится и объемно будет. Аза. Я еще маленько это стулья пересыплю и маленечко еще толстую кошечку потолку, потому что они толстые, водоренькие. Они помягче были. Ах, какая вот это вот сочненькая. Ну вот это нужно, это все оставить. А так она вроде бы это, я Василичу ставила, чтобы он мне по это, точил ножички. Так, это нет. Вот это вот рвёт, нам угу. Это не нужно. Редиска, редиска. Нет. Ладушки, подготавливаем всё. Да, причём я сейчас телевизор, покажу. Там яйца у нас отваривается. А, ну, вовсе, но... Поставил я сковородку, вот такие котлетки. Смотрю, пакет, посмотрите, пакет большой, берешь, что тут есть, ничего тут нету. А там котлеток мало. И тут котлеток, фиг пойми сколько. Так, 1, 2, 3, 4, 5 котлеток. Это как семена открываешь, ага. Упаковка большая, а этого нет, ничего. Так. Сейчас я тебя обмышу собрал. Ой, да нет. Дайте мне ножичек туда. Тебе у тебя нож. Подожди. На. А, ты этот? Да, я подрезать. На. Неудобно. Во, как раз 5 котлеток на маленькую сковородочку. Не съезжай там, тут у меня 5 котлеток. Да и тебе тоже поздравлю. Что там? Тут подвиги, почти котлетки выйдут. Сейчас я покрашу. Как судя по толку. Жух. Так, там надо 2,5. Пусть на медленно жарится. Так. Угу. И следующее. Сказал заведующий. Зачем какие-то? Ладно. И вот эти пожарим. Котлетки будут. Готовим. Там две упаковки? Да, две упаковочки. Так. Черешу я покрасила сюда. Угу. Давай, посадила. Сейчас я вот так вот. Крекать в первую очередь. Да, да. 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 Потому что она уже толстая. Тут я ее мелкая покрасила. Какая толстая. Немножко сока надо чуть-чуть помягче толкушечкой. Дальше сюда я так, яйца еще там или пошли там яйца. Немного. В общем, сюда я буду рвать вот. Я вчера салат, листья салата, но они маленькие. Я специально сюда вот эти делаю, я их просто положу сюда. Красота. А сколько яиц уже стоят? С яйцем стоят, сколько уже? Ну,
Они уже должны свалиться. Я их 18 штук. 4 штуки я сняла до сюда. Ну, в общем, убирай, наверное, яйца уже. Что, под холодную воду? Да, под холодную. Потом 4 штуки. Я считаю, это 4 штуки. Понятно. Ну, так. Мама крошит. Да, я сейчас эту диточку буду. Ага. Приворачивал котлеты. Пока без крышки. Яйца под воду. Сейчас я убери поставлю. Ее туда. Эту даму. Эта дама там со мной. Дама. Чтобы она там не лазила. Дама. 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 Пушка уже пришла, проверила. А Нюша не достала. Нюша, играй какой-то. Мишкой. Она будет беременеть. Я прямо нарываю или супом, или... Если бы салата не было, я бы с котлетками сделала. С котлетками и крошками. Вот. И будем зеленочку кушать. Подвижная травка, подвижная. Ага. Диточку сюда и перекопать. Все, наверное, все много будет. Да, наверное, много будет. Много будет. Да, я с тобой абсолютно права. Сейчас еще яйца, рыбичка. Яйца, рыбичка. Так, ну все. Это еще надо будет. Так. Ой, какая она мягонькая такая. Нужно почистить ее. Ой. Сколько их там выдерну. Идем, а то она дальше тут знает, она потом... Вот это. Ага. Вот это себе на вот так. А вот так. Вот это чисточку кофе нам сейчас. И почистить. А больше почищу, но почищу это. Тоже маленькая, а уже вот это с этой стороны. Вот уже шкурка такая-то. Да, или у нас земля не позволяет так, что мяконька или что, или земля такие. Да нормально еще. Да. Тут, а тут одно и двух. Потом я солить не буду, уже на средство солила. Просто маслом растительным полью и все. Угу. Майонеза никакого не надо, не хочу. Маслица. Что, тебе яйца очистить? Да, 4 яйца. И они быстрее остынут. Так, очищаем яйца. Подожди, у меня рук. Много рук. Пока возможно пить, будем... И полезная будет. А там я не знаю, но это я... Что за хлеб? Ну, хлеб что-то. Какой-то хлеб продаешь? Только не хлеб. Нет.
булькает. Нужно так без крючки. А у них безотходные, да, я согласен. Они ляпают. Там 30% мяса, 70% всякой крючки. Чего ты сказала? 30% мяса? Да. Кто тебе сказал, что 30% мяса? Так. Сейчас момент отнесем. Будем выкладывать котлеты. Так, котлеты. Подожди. Да, вот спик потом. Сейчас, подожди. Сейчас я принесу. Тут посерединке. Да плохо что-то, а это не по всей, равномерно. Котлеты, вот они такие котлеты, засунуть куда-нибудь это. Ну да, такие взял. Этикетка так. Такие и ешь. Такие и жуй. Сейчас я тебе яйца сниму. Не брызгайтесь сюда, убавлю еще. И так убавлено. Вода там топит пол у них. Благо удерживающие эти. Канцерогены, во. Как они там называются? Так, маме сейчас положим яйца. Пусть она, я дальше буду котлеты выкладывать. Вот это уберу. Так, раз, два, три. 4 яйца. А сюда дальше котлеты. Да? Мадама? Мадама. Сейчас. Почему она занимается? Что-то маленькая, вот это какая-то. Что я дальше делать? Так, пока так. Ой. И вот знаешь, и такой запах у этой диски, как будто бы, знаете, она пахнет тем, чему-то обрабатывают эти яблоки, мандарины, химии какой-то. Вот честное слово, или мне. Подожди, чем пахнет? Вот как химии обрабатывают вот эти вот, обливают эти мандарины, яблоки, вот понюхай. Это тебе уже кажется. Я-то ничего не обрабатывал. Да я вообще говорю, Игорь, я в тебе не это, но я знаю, что мы ничем не поливаем. Ну вот запах такой вот, даже редко не пахнет. Я тебе ничего не говорю. Ну такой. Котлеты! Обычно смотришь рекламу по телевизору, а, они у них так получаются такие ровненькие, красивые котлеты. Они прямо так, как говорит, там скачут. Скачут. А то ты с ней какие-нибудь котлеты высыпешь, замучишь и сажаешь. Ну, вроде нормально, если пошаманить, они вроде нормально выглядят. Вроде более-менее. Так, жарю. Так я и диску всегда чищу. Вот последний раз, знаете, не чистила. Так резала в это.
по кружку. Да, обманула вас, а так я всегда не чищу. Вот, ага. Сейчас эти выкладываем котлеты. А? Те накладываем. Красота! Красота? Яйца, редиска, все дела. Все, пойдемте выкладывать. Пошумим маленько. Так, следующую партию котлет. Партия котлет. Так, стоять боятся. Тихо. Смотри, маленькая уже. Тихо. Смотри, уже вон это, как прилетов. Тихо. Вот покажу. Да подожди, у меня вам не 25 рук, как червячок. Я должна быть 20. Но и мне и там, как и тут, и там. У кого? Как у кальмара. Как у кальмара. Это эта какая-то белая, ничего не обжаривает. Нет. Не как у кальмара, а как у этого. Только тебя жарить-то можно. Ой, забыла. Так, вот. Пойдет. Главное, обжарить. Кальмара, вот забыла. Красота. Так, сразу уберу вот эту. Щупальца, что ли? А. Так, сюда же. Подливаем масло. Да, тут все вместе. И выкладываем другие супные котлеты. Тоже 5 штук. Уже большой мальчик, зайчик. Ты зайчик забегал, прямо к лесу залетал. Кому испугался, тут там. Так, сперва подкрышку, короче. Бы, там нету мультика. Все. Не ходит, не шарашится, не орёт. Давай на 2,5. Хоть. Кто там? Там Нюша, наверное, мыша была, там Нюша. Хоть. Это пусть стоит. Так, это в мусор. Это в утиль. Если нет, травы, ну, а то опять будет, там еще. Да. Те 4 зажарились, а это что-то блеклое. Жарил, 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 жарил. Ты должна пропариться. Во, смотри, маленькая уже, а это уже чё? Там это. Что это? Уже... А, понял. Маленькая, она темнее. Чудига уже. А в какой твой редиска такой? Да, у нас всегда редиска вот такая была. Что чай там налил? Ой, я хочу с лимоном чай. А вот тебе что-то тает. Почистить лимончик от сахара. Мешать. Я вот хочу, 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 хочу. Хочу, 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 хочу. Редки сюда разложу, чтобы на одну чашку. Так. Игоря, кто-то говорил про лимонад. А кто говорит про лимонад? Я ему лимонад не делала. Так пусть делает. А что? Лимонад лимонов делает. А я-то при чем? Ну ты покупал. Еще. Лимончики сказал, ну, лимонад можно сделать, но я его не делала. Ну, это знаешь, лимончик доделала я, обманываю. Короче, можно лимон, кипяточек, лимончик туда порезать. Сахару, как ты не тут пей. Водичка. Ну, Гарри, то и другое куда делать. 5-10. Угу. О, ручек не хватает. Что-то целый день встанешь, сталкиваешься, сталкиваешься. О, вот эти вроде более-менее жарятся. Молчат? Молчат. Это разогревалось, молчат. А те прям помирали, пенились, с водой перекачанные, хлебом позамоченные. Сейчас, там, сколько там.
Вот я. Так, ну что тут все? Сколько откуда? Угу. Производство. Так, Ляна, Копейкин отчет. Яйца сюда пойдут в салатик. Да, так, мы сюда поедим. Поедим. Так. Это я сюда так сложил. Дружненько. Вот эти более-менее. Потом крышку сниму. Так, на двойку поставим. Тоже хлебом пахнут. Так вот мелко. Ага. Тоже хлебом пахнут, не? Ну, я говорю, ну конечно будут. Панировка, не домашние котлетки, ты тоже туда хлебушек же. Вымачиваешь ли в водичке, или в молочке. Добавляешь. Согласен. Горло болит. Кашляю, ну что кашляю. Сейчас пишу. Вообще вот так все тут мелко. Ну, хоть нормальная, сочная рыбка. Угу. Так. Такая. Да. Ну, где? Кушай. Тихо. Молчать котлеты. О! Ну, это видно, управимся. Я на той день такая передавать был сигнал. А у нас не было, вкусно. Перевернул. Чего? Так, водички маленько, перестану туда сразу по крышку. Игорь, мусор вот этот выкини, пожалуйста. Вот этот чашку. Давай. Все нормально. Все нормально. Ладно, мы тогда завершим, дорогие зрители, этот ролик. Все жарится, с мамой готовим, пока фотоаппарат на зарядку. Потом уже начнем следующий. Уже когда сядем, просто все приготовим. Да, поедим. Заодно включим телевизор. Кстати, я потом, как котлеты пожарю, сразу на сковороде, в этой же сковороде мы приготовим рожки. Рожки, рожки. Да. Все. Всем пока-пока, мам, пока-пока. Всем пока-пока. Короче, я сюда добавлю вот редиску, покрашу яйца и масло растительное. Будет такое у нас салат. Всем пока-пока. Пока-пока.